Сотрудники полиции ОМВД России по Одинцовскому городскому округу совместно с членами общественного совета при ОМВД и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактическую акцию «Безопасные окна» на улицах и детских площадках лесного городка. Взрослым разъяснили, как не допустить выпадения детей из окон квартир, что приводит к травмам и гибели.